Хаешки-махаешки! Ух ты, я стал Барби! Сегодня мы с вами будем играть в игру Барби! Я не слышу! Сегодня мы в Роблоксе решили стать Барби и играть в игру Барби. Прошу вас написать в комментариях, как вам мой образ в Роблоксе. И в жизни тоже. По-моему, красотка еще та, просто смотрите на нее. Не палимся, что мы не баба. Ну, погнали поиграем. Сегодня мы с вами отправимся в Барби-ленд. Вот на этом тракторе. Какой я красивый, боже. Барби, смотрите, пишет мне в карман. Ура, нас телепортируют куда? Мы, конечно же, отправляемся в Барби-мир. Нас запихнули в коробку. Я думал, что мы сейчас будем где-то в Барби-мире. Нам дали дубинку. Мы отправляемся в Барби-мир. Вот наш Жигуль, который нас отправляет в Барби-мир. Барби-ленд. Красота. А вот и Барби. Привет все. Добро пожаловать в Барби мечтательный мир. Опа, увеличилась. О, а это она как в фильме вниз спускается. Вау! Я такая счастливая увидеть... Давайте устроим пати сегодня ночью. Позже ночью. Я так рада, что вы, ребята, смогли это сделать. Спасибо. Это будет потрясающе. Я люблю твои наряды. Давайте лучше сделаем конкурс. Хорошая идея. Сейчас мы будем делать конкурс. Оу! Фэшн-шоу будет. Йоу-йоу-йоу-йоу. Я специально оделся вообще красиво. Давайте начинать. Сейчас у нас будет фэшн-шоу. Yeah! Первая сбросилась. Давайте единицу поставим такой себе фэшн-шоу, что это вообще было. Теперь у нас какая-то девочка с дубинкой. Ну, давайте, я не знаю, ей поставим тоже единицу. Нет, двойку, она нам угрожает, как бы, вот этой дубинкой, как бы не хочется схлопотать. Теперь еще одна такая же девочка. Что? Близнецы? Ну, ладно, хорошо. Я ничего не поставил. Как, кстати, вам новый цвет моих волос? Покрасился для этого видео. Так, теперь у нас Кен какой-то. Что это? Фу, боже. Чувак тоже сбросился. Единичка. Теперь я. Так, ребяточки. Оп, оп, оп. Кто жопку мою заценит? Оп, 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 оп. Так, дубинку уберем. Ой, привет. Я красивый. Надеюсь, мне поставили очень много оценок, потому что этот образ прям вау. Теперь мы смотрим опять на какую-то вот эту вот девочку. Я не понимаю, начальный скин нельзя поменять, что ли? Много кучу бесплатного всего есть. Пожалуйста, выиграл я. Нет, еще до сих пор за кого-то голосуем. Кого? Ну, вот эту двоечку поставим, она нам тоже угрожает дубинкой, как бы, да. И она сбросилась. Ну, я ж тебе двоечку поставил, блин, она еще по горке скатит. Все, все подохли. И победитель, пожалуйста, я. Что, Аксолот, 16 лет? Вы видели ее? Я ей двойку поставил. Кто ей поставил больше? Меня? Дело, смотрите, какое накачанное. А можно их дубиночкой поизбивать, как бы? Хочется как бы немножко отомстить? Что будем делать дальше, ребята? Давайте готовить пирог. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это я спустился, блин, в мир Барби. У тебя есть здесь все ингредиенты? На самом деле, у меня есть готовые для вас, ребята. Ух ты, нам дают пирог. Боже, чем я занимаюсь? Так, ну, кушаем пирог, ух ты. А он будет отравленный, да? Кушаем пирог. Ням-н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 ям. Ладно, уже поздно, вам, ребята, нужно немного отдохнуть. Но я не хочу, чтобы этот день закончился, он такой прекрасный. Не переживай, в Барби-ленде все дни прекрасны. Так, нам нужно отдохнуть. Rising shine. Rising shine. Ой, да я говорю. I'm ready for another beautiful day. Я готов к другому прекрасному дню. Good morning. Что? Сдохла. Барби! Мы должны проверить ее. Так, мы должны сделать операцию. Кишки, кровь, убийство. Так, она упала. Давайте ее добьем. Погнали, ребяточки. Идем к кому-то. Тут какая-то Барби. Это получается по фильму. Барби сделали игру прям. Смотрите. Привет, бэйби Барби. Давайте ее сбивать. О, Барби! Приятно тебя видеть. Что привело вас сюда? Мы пережили несколько странных событий в Дримленде. Нам было интересно. Знаете ли вы, что могло быть причиной этого? Что это было? Ом, дестрой, дестрой. Так, нам нужно уничтожить дроны. Тут какая-то, я не понимаю сюжет, извините. Давайте, нужно уничтожить дроны. О май гад, о май гад. Уничтожаем. Дримленд, залетели дроны. О май гад. Давайте еще Барби изобьем. Барби. Барби нельзя убить, жаль. Так, ну мы вроде бы справились. Откуда они вообще взялись? Из реального мира. Реальный мир? Там, где качки и мужики носят стринги. Ты можешь либо остаться в стране грез навсегда, либо пойти и узнать. Так, мы выбираем сейчас пойти в реальный мир, либо остаться в Дримленде. Реальный мир. Там мне мужики заправляются. Реальный мир, давайте, реальный мир. А, это мы сейчас могли проиграть, если мы не то выберем. Пойдем посмотрим, что они хотят. Идеально, тогда договорились. Я отправлю вас утром. Тебе лучше смешаться со всеми для безопасности, хорошо? Не обещаю. Мы отправляемся в реальный мир, ребята, все. Теперь все будет по-настоящему. Мы взяли, прорвали бутылку. Что это, в бутылку?
страшилки мы живем, да. Вы вылезли в реальный мир. Что будет в реальном мире? В реальном мире все ходят с дубинками. А где все розовое? Мне кажется, тут так не делают. Это так не сказочно. Посмотрите вокруг, что бы могло нам помочь. Я нашел кое-кого. Бомжа нашел. Ну это я, ну понятное дело. Короче, мы не отсюда и... Привет. Она вообще-то наша. Иди в канализацию, я их задержу. Что, я правильно все понял? Подождите, мы идем в канализацию. А в фильме так не было. Стоп. Слушайте, ребят, я знаю, что многие не подписаны на меня и не поставили лайк еще этому видео. Если вы сейчас еще не поставили лайк и не подписались на мой канал, потому что нас сейчас 4 089 518, и мы идем сейчас к 5 миллионам. И вот сейчас, хопа, подписался человечек. Так что подписывайтесь обязательно. Если вы еще не подписались, вообще будет очень круто. Еще человечек подписался. Еще человек подписался. Капец, вы быстро подписываетесь. Спасибо всем, кто подписывается и ставит лайки. Просто вы самые лучшие. Это лучшая поддержка вообще всего, что я делаю. Спасибо. Ура, мы в канализации. Черепашки ниндзя. Тин-тин-тин-тин-тин-ди-тордлс. Сломали лестницу, чтобы они не смогли следовать за нами. О, уже сломали. Почему они сказали, она наша? Я думаю, что все это время они преследовали тебя. Я думаю, вы правы, но вы, ребята, защитите меня, хорошо? Да. Да, Барби, мы тебя защитим. На тебе дубиночкой. Так, теперь мы бежим за Барби. Ну да, да. В какую сторону нам идти? Вот давайте выбирать. Либо лево, либо право. Я за право, потому что... Правильно, правильно. Нужно было направо. Let's go. Так, ну и погнали. Получается, кто-то проиграл или нет? У нас как будто поменьше стало, четверо человек. Тут у нас битва с боссом, походу, будет, да? Давай, Барби, мы за тебя! Как они нашли нас? Уничтожьте вот этих чайников. Так, ну давайте. Кто на Барби тут вообще лезет? Вообще-то Барби королева! Ну, по-моему, мы справились. Отличная работа. Давайте толкнем доски, чтобы можно было через них пройти. Отличная работа. А я что-то в этом ролике делать буду? Алло! Почему они все делают? Они... Алло! Так, уничтожьте лестницу. Я знаю. Давайте, уничтожаем лестницу. Все знают, что нужно уничтожить лестницу. А, ну давайте уйдем отсюда. А мы думали, лестницу уничтожить. Мы стоим, уничтожаем. Давайте Барби уничтожим. Она такая проблемная. Так, опять тут эти чуваки. Мы знали, что вы придете сюда. Чего вы хотите от меня? Мы создали тебя... И мы просто хотим забрать тебя обратно. Мы заработали на тебе столько денег. Нас хотят продать в рабство. Вот, блин. А что, опять драка? Мне кажется, я знаю, куда ее увезли. О, да, я точно знаю, я знаю. В приют для собак. Мы должны спасти ее. С приюта не спасают, с приюта забирают. Так, ну нам стрелочка показывает, куда нам идти, поэтому... Погнали, ребята, спасай Барби, вся со мной! Быстро мы дошли. Че игра такая дурацкая, прям вообще максимально. Победить Гордзов, давайте. Гордз, алло, Гордз, алло, алло. Кия, дубиночкой, ты тыщ. Блин, драки в Роблоксе это просто очень эпично. Давай! Хренач! Левой, правой! Боковой. Так, ну мы выжили. Нас осталось трое, одного чувака убили. Пацана жалко. Нет, вообще не жалко. Так, мы попадаем, и там Барби, и босс. Это создатель Барби. Давайте уничтожим его. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Если вы хотите вернуть своего маленького друга, то ты должен пройти через меня. Подружку вообще-то. Он лазерами швыряется. Давай, раз, два, пожопи. Оп, поворачивайся. Оп, спасибо. Он реально меня послушался. Он тут камни бросает. Боже, что это за директор такой дурацкий? Самое главное, что я живу. На самом деле все как-то нубят. Я смотрю, у них жизни почти нет вообще. А я такой, я живучий. Так, ну давай, 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 давай. Оп, по жопе. Оп, по жопе. Не умирайте, ребята. Нам нужно его отшлепать. А, что он по мне швыряется? Отстань, давайте. Добьем, ребята. Все в четыре руки. Оп, 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 оп. Блин, меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. Извините, ребята. Сами по себе давайте. Как бы умирать не сильно хочется. Вот тут одного человека уже били. Леса, нет. Все, убили? Да блин, 50 жизней, добей, пожалуйста. Ну, у меня реально жизни мало, я же не хочу умирать. Он кричал, мама, я не хочу умирать. Так, и последний удар со мной. На! Пяу! Это Roblox Fighting You. Барби, освободить. Омджи, ребята, вы сделали это. Я надеюсь, нас там не прибьют, потому что у меня совсем чуть-чуть жизни. И нас осталось трое, у всех чуть-чуть жизни осталось. Пожалуйста, мы должны выиграть это. Программируем, программируем, я программист. Берем дубинкой просто... И пришел бомж. Нужна моя помощь? Нужна. О, ты же программист, да? Что это был все время? Кен? Этот бомжар... Ну, ладно, как бы понятно было. Ну, типа, да. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, я Кен или... Ладно, не надо писать в комментариях этого. Я Кен, я Кен. Нам нужно сейчас выбрать провод, какой резать, серьезно. Красный или синий, красный или синий, красный или синий, красный или синий. Я вообще за синий, типа, давай, ну, красный. Красный, красный был правильно, зеленым же подсвечено, зеленым, да? И Барби взрывается. Нет, она выжила! Ребята, вы сделали это! Это я, это я!
меня супермозг. Боже, давайте обратно в Дримла, давай. Боже, как это шикарно, просто мне очень сильно везет. Хорошая концовка. Я выиграл, серьезно? Good ending. А можно было плохую концовку выбрать? Можно было плохую концовку выбрать? Подожди-ка. Нам открылась супермодель, мы можем стать супермоделью. Так, я не знаю, как это произошло, что это вообще значит, но мы теперь супермодель. Собака, что это за скин такой? Дед какой-то тут тоже ходит. Слушайте, мы суперкоманда, пойдемте все втроем. Я вам отвечаю, мы выиграем. Хочу с тобой, чувак, пойти. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, чувак, чувак, мы должны с тобой победить их все. Пойдем, 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 пойдем. Они все со мной идут, серьезно, все. Блин, это сейчас супер команда будет. Я хочу сейчас сделать плохую концовку. И вообще, я хочу выиграть на конкурсе красоты. Я только для этого народился. Да, ты собака и этот дед со мной. Блин, ребята, мы супер команда. Давайте просто всех девочек выбросим. Опять путешествие в Дримленд. Еее, все такое розовое. А, мы же отправлялись на синей машине. Но когда мы заезжаем в Дримленд, то мы становимся розовыми. Йоу, да, так и надо. Так, опять Барби здесь. Привет, добро пожаловать в Дримленд. Понятно, все с тобой. Тут есть какой-то морф. 149 робоксов. У меня как раз 190, что бы это ни значило. Я что-то купил за очень дорого. Надеюсь, это что-то, типа, я стану Барби. В реальной жизни? Так, а мы можем подойти к Барби? Сейчас у нас будет тусовка, да? Или что? 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 Что сейчас будет? Что я купил? Что? Я Барби! Я стал Барби! Вау! Нифига себе просто! Что? Посмотрите, какая красотка! У меня аж три подбородка, как будто. Что это такое? Какие мы крутые, смотрите. Я надеюсь, я сейчас выиграю. Камон, я Барби. Добро пожаловать на шоу Famous. Первый у нас дед. Так, ну, деду пятерка. Блин, я не проголосовал. У тебя пятерка, пятерка четкая. Ты прям крутой. Так, единица. Одиница. Человек-паук сбросился. Ну, прости, единица как бы. Не все должны же выигрывать. Так, дальше Милоскейл 2. Это я. Знаете, почему я Милоскейл 2? Потому что кто-то занял мой ник Милоскейл. Поэтому я Милоскейл 2. Привет, я красотка. Все за меня. Я очень красивая. Я донатерша. Донатерша выигрывает. Собака, пятерка. Все, просто вы посмотрите на этого киборга. Ё-моё. Трансформируюсь. Кай по 2000. Капец, он много младше меня. Ему 23 года. Он даже играет в Барби. Так, ну тут единица. Я бы даже 0 поставил, потому что это вообще такое? Это стандартный скин. Тут даже одеваться никто не пытался. Боже, Бурбери. Что ты за Бурбери? Бургери, правильно. Бургери. Это ты из Бургер Кинга. Так, ну тут это же, что это такое? Что это за ляхи? Единицу тебе поставим тоже, потому что я хочу выиграть. Так, тут у нас тоже единица, потому что это за разврат? Что это за челке? Что это за короткая юбка? Правильно, сбрасывай. Боже, что это за собака покусала? Видно сразу. Вот что это за джинсы такие? И победитель! Дайте ты на! В смысле, не я? Я донатерша! Я задонатила 150 робоксов! Где моя победа? Где моя победа? Я донатерша! Мне нужна победа! Мне нужна победа! Какого черта? Я уже который раз не выигрываю. Я уже третий раз пытаюсь Famous Show вообще какой-то вот это вот пройти, и я всегда не выигрываю. Так, давайте, диалоги. Пропускаем диалоги. Самое главное, что? Чтобы я победил в следующем раунде. Чтобы это не было. Я должен быть победителем. Я вообще очень сильно сейчас хочу плохую концовку. Пожалуйста, давайте сделаем плохую концовку. Rising Shine. Ой, там Барби, я тебя поймаю, подожди. Не, убирай, девочка. Не прыгай. Я знаю, что с тобой все нехорошо сейчас будет. Ой, good morning. Анимация Роблокс это лучше. Привет, Барби, я тебя вылечу. На тебя дубинкой по лицу. Барби, are you okay? No, I not okay. I need the water. Please help me. Так, погнали к нашей девочке, которая там совсем с ума сошла. Ой, блин, мы такие похожи. Почему я не выиграл шоу, если мы две оригинальные Барби? Почему все проголосовали за вот эту? Мне кажется, там просто подружки играют и голосуют друг за друга пятерочками. Угу. Так, мы пришли, Барби. Пошли. На тебя дубиночкой. Where Барби? Она на самом деле красотка, она бы выиграла. Я бы хотел себе такой скин. Зачем ты ее сбил? Такой комбинезончик, боже. Какая красотка реально. А ну, бургеры, кыш с ракурса, бургеры. Опять дроны у нас. Так, ну тут-то мы должны выжить. Я на самом деле, знаете, что предлагаю? Я на самом деле Барби-крыса. Поэтому они будут биться, а я же красивая. Дубинка мне не к лицу. Так, в смысле, за мной камера гонится? А ну, кыш!
А ну-ка ж! А ну-ка ж! Не хочу дубинку таскать, я же девочка. Я не девочка. Я же мужчина, переодетый в женщину. Не дело это брать дубинку в руки, правда? Какие вы молодцы, всех перебили. Я про дронов. Дроны вообще молодцы, всех реально перебили. Вон девочку, которая выиграла шоу. Взяли, почти убили. Я бы ее сам добил, честно, если бы не дроны. Реальный мир. О боже, опять эти диалоги. Что, существует реальный мир? Да! И там все мужики ходят как бабы. Так, мы берем, выбираем что? Мы выбираем Real World. Вот я выбрал Real World. Мы же сейчас голосуем, да? Или меня сейчас нет? Меня же не выкинет, нет? Все хорошо? Я надеюсь, все сейчас будет хорошо. Блин, и мы отправились в реальный мир. Я голосовал за другое. Я хотел остаться здесь, тут было хорошо. Я такая красивая. Пойдемте сразу к бомжу, да? Бомж, 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 бомж. Кен, а там яблоко! Я взял яблоко, там было яблоко. А, пошла в жопу победительница. Или ты не победительница, пофиг. Я у тебя украл яблоко, ха. Так, опять их диалоги. Это Кен, там же было видно. Ой-ой. Ё-моё, я испугался. В канализацию, йоу. Уничтожаем лестницу, мы шарим. Яблоко! Скотина ты такая. Я понял, угу. Она уже играет не первый раз, и она сразу все тырит. Ах ты скотина. Чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла. Сейчас будем голосовать за левое. Типа пройти слева. Я надеюсь, мы пойдем налево, потому что, ну, я надеюсь, это будет плохая концовка. Давайте! Все вместе, left, 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 left. Давай, left. Ах, все выбрали правое, вот вы падлы. А я не могу пойти налево. Я же всем написал. Алло. Здравствуйте. А в Барби поиграть не хотите? Как они нашли нас? Короче, махайтесь сами. Я на самом деле буду убегать, потому что не женское это дело. Все, кыш, 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 кыш. Убейте просто других девочек, а я потом подойду. Там вроде бы почти кого-то добили. Пожалуйста, ну добейте. Я не хочу биться. Я хочу, чтобы всех убили. Я один остался. Я просто выбрал другую концовку. Теперь идем к лестнице, и мы сейчас поднимемся в офис. У меня есть яблоко. У меня есть дубинка. Мы должны выжить в самом конце 100%. Теперь поднимаемся в офис. Есть. Давайте. Все. А, тут челики вышли. А, я даже забыл, что с ними ты тоже нужно драться. Давайте, давайте, давайте. Так, и все на ту девочку. Да, а вот нефиг жрать мое яблоко и побеждать в конкурсе. Давай, уничтожай их. Ой, там яблочко лежит. Я за яблочком. Блин, везде яблоки лежат. Как круто! Блин, их не убили, походу, да? Там в конце что-то. Блин. Так, они все еще живы, но у них очень мало жизни. Поэтому я надеюсь, что сейчас всех убью. Давай, 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 давай. Так, одну девочку почти добили. Давай, 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 давай. Боже, я надеюсь, сейчас всех поперебивают. Я, во-первых, съем яблочко, потому что мне как бы нужно выжить. Я буду делать вид, что я бью. О, боже. Помогайте мне скорее. Девочку убили. Девочка, ты... Давайте, добейте, добейте, добейте. Мне чуть-чуть жизни осталось. Давайте, давай, добей, добей ее, пожалуйста. Я съем еще яблочко, чтобы выжить точно. Блин, у меня зеленая жизнь вообще. У них одну убили, одну убили, боже. Я сейчас один останусь. Желтый, желтый. Давай, ее добейте. Мне кажется, она сейчас так матюхается на меня. То, что она одна бьется. Давай, 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 давай. Чуть-чуть у нее жизни, чуть-чуть осталось. Я ее подставлю, я ее подставлю. Боже, какая я крыса, я себя чувствую девушкой. Блин, она сейчас его добьет. Нет, нет, ты ее добей, пожалуйста. Какая она живучая, то добей ты ее уже, пожалуйста, пожалуйста, чуть-чуть осталось. Она его добила. Нет, нет, я хочу, нет. Твою мать, я так надеялся. А я могу ее добить? Пожалуйста, скажи. Скажите, что я могу ее добить сам. Блин, опять нам Кена показывает. Какой он красивый на самом деле здесь. Просто пусечка такая. Такой красивый. Я сейчас попытаюсь уломать девочку, чтобы она проголосовала за голубой, за голубой. Голубой провод. Девочка, голубой провод, пожалуйста. Блу, 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 блу. Блу, I know. Все проголосовали за голубой. Пожалуйста, сейчас другая концовка будет, да? Да, другая концовка. Я ее уломал. Лохушка. И у нас заблокировалось все здание. Лохушка, я тебя вел. Такая концовка. Вау! Так, за две концовки обязательно, чтобы поставили лайк. Обязательно, я вообще как бы, ну, алло. За такой скин тоже как бы нужно, ну. В общем, спасибо большое, что смотрели этот ролик, ребята. Это было офигенно, честно. Кайф. С вами был MilSkill, всем удачи, всем пока. Всех люблю, обнимаю, там это. Носите розовые, это по-настоящему, по-мужски. Пока-пока.